Госсобрание Башкортостана предлагает отменить налог на благотворительность социально ориентированным некоммерческим организациям. Проект поправок Госсобрание внесло в Совет Федерации. Депутаты считают, что необходимо внести изменения в 217-ю статью Налогового кодекса, а новые правила принять уже с января следующего года. Парламентарии указывают, что благотворительность от НКО облагается налогом в 13%. От выплаты освобождены лишь те меценаты, которые официально зарегистрированы как благотворительные организации. В итоге сумма пожертвований уменьшается, уточняют в пояснительной записке. Башкирские законодатели полагают, что нулевой налог может быть применен к тем социальным некоммерческим организациям, которые указали в своих учредительных документах благотворительность как одну из целей компании. Планируемое предложение по внесению в статью 217 Налогового кодекса исключит данную необходимость, таким образом в полной мере приведет к возможности получения мер государственной поддержки без дополнительных обязательств по уплате налогов. Как сообщал РБК Уфа, в 2021 году поступление денежных средств и иного имущества в социально ориентированные некоммерческие организации в Башкортостане составили 11 миллиардов 800 миллионов рублей. Это на 6,3% больше, чем годом ранее. В 2021 году численность сотрудников в таких организациях сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 100 человек.